Незаконно вырубают леса. Сегодня эту тему обсуждали в областной прокуратуре на коллегии. Проблема в регионе стоит остро. По словам главы надзорного ведомства Сергея Филипенко, за последние 3 года было возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях, связанных с лесной отраслью. Больше всего о вырубке леса. Многочисленные нарушения зафиксировали в Марксе, Аткарске и Романовском районе. Общий ущерб от преступлений составил 19,5 миллионов рублей. Также в список попал нарушения норм пожарной безопасности. В прошедшем году на землях лесного фонда их зарегистрировано 87 на площади более 1500 гектаров. Ущерб превысил 115 миллионов рублей. Практически в каждом втором случае возгорание происходило в результате перехода огня с сопредельной территории, на которой главами муниципалитетов, владельцами земельных участков не были проведены необходимые противопожарные мероприятия.